Всем привет, с вами Александр Стрельченко. Мы находимся в городе Синельниково. И это новая открытая шаурма у нас. Находится она возле 7-й школы. Так она выглядит. Это шаурма. Сейчас мы, конечно, ее попробуем. Скажем, вкусно или невкусно. Это новая точка, недавно открылась. Так вот она свернута. Лаваш хорошо подреден, пока классно. Соуса сверху я пока не вижу никакого. Здесь еще есть, может, даже я вижу, такие вот как бы стулья сделаны. Можно, наверное, сесть, покушать здесь. Сейчас мы попробуем эту шаурму и скажем. Ничего свернуто не очень, но сейчас мы по вкусу попробуем. Лаваш не очень. Сейчас мы еще раз сделаем укус, потому что сразу мы не доходим до мяса. Так вот она выглядит. Это мясо я пока не чувствую. Здесь у нас морковка, огурец свежий, капуста. Шаурма находится возле 7-й школы, город Синельниково, недавно открытая. Давайте еще раз, может быть, попробуем ее. Скажу, что я мясо почти не чувствую. Это шаурме. Лаваш хорошо подрили, но чуть-чуть он резиновый. Лаваш. Попробуем ее так открыть. Чуть сладость чувствуется от капусты. Так этот шаурма выглядит. Лаваш хорошо подрили, но почему-то чуть-чуть резиновый. Лаваш. Не острая, ни каких-то специй, просто сладость от капусты. Я просто так вот, по моим ощущениям. Ну, шаурма такая, рам 350-400 примерно. Такая нормальная. Не очень большая, конечно. Ну, по сравнению с тем, что на автовокзале в Днепре, там вообще просто пушка. И я вам скажу, в Синфуде даже вкуснее, чем эта шаурма. Это город Синельниково. Я имею в виду Синфуд, это город Синельниково. На микрорайоне шаурма 90 гривен. Эта шаурма, кстати, я скажу, стоит 95 гривен. Цена средняя, нормальная. Такой шаурмы. Давайте еще раз сделаем укус. Сейчас почувствовал мясо. Я на третий укус уже половину шаурмы съел. Мясо чуть-чуть пожарено. Я бы такой еще больше еще мяса поджаривал для шаурмы. Ну, если оценивать шаурму, я не знаю даже. Ну, может, 4 с минусом. Я бы оценил бы ее по 5-бальной системе. Я хотел бы сказать про шаурму в городе Синельниково, которую мы сняли возле 7-й школы. Я снимал один, как бы попробовал, первое впечатление было где-то 4 с минусом. Но я вам скажу, что это не 4 с минусом, я потом просто распробовал. Это, конечно, вообще тройка или даже ниже. Ребенок вообще мой не доел. По вкусу она никакая. Какие-то специи вначале чувствовались, но потом просто, ну, чем дальше, тем хуже становилась шаурма по вкусу. Это, наверное, тройка, даже может быть ниже тройки. Ну, не совсем двойка, ну, можно кушать, конечно, но я бы не рекомендовал, сюда бы еще не пришел. Я просто пришел лучше в Синфуд города Синельниково и взял там шаурму. Цена 95 гривен, и она не очень большая, в Синфуде побольше. Но показать примерно, где она находится, мясной магазин. Свежина. Солнце светит, ничего. И вот шаурма. Свежина. И шаурма, вход в шаурму. Это город Синельниково возле 7-й школы. Там 7-я школа у нас.
находится.